Энергетика — это то, без чего наша цивилизация не может существовать. Но сколько усилий мы тратим и от каких факторов зависим, чтобы добыть энергию для наших благ? Углеводородная энергетика. Атомная энергетика. Гидроэнергетика. Зеленая энергетика. Что происходит? Отключили свет на этаже? Опять? Сейчас в энергетике мы полностью зависимы от невозобновляемых ресурсов планеты, либо от погодных условий. В погоне за энергией мы разрушаем природу и подвергаем опасности свои собственные жизни. Это ли предел наших мечтаний и технологических возможностей? Нам нужен новый технологический скачок, и мы его способны совершить уже сейчас, но только при одном условии. Для начала давайте разберемся, насколько такой скачок реален и какую выгоду от него получит каждый человек. Бестопливные генераторы энергии. Что это такое? Давайте для начала сравним их с традиционными генераторами. Двигатели внутреннего сгорания и ядерные реакторы для своей работы требуют постоянной подачи топлива для превращения тепловой энергии в электричество. Зеленая энергетика требует ветра или ясного неба. Бензин, ядерное топливо — конечный. Солнце, ветер, вода — непостоянны. А двигатели на этих принципах имеют низкий КПД, то есть низкий коэффициент полезного действия. Что это значит? К примеру, в двигателе сгорело топливо на 100 мегаджоулей, а из этой энергии двигатель передал механизму для работы 30 мегаджоулей. Таким образом, КПД будет равен 30%. Оставшиеся 70% энергии рассеются в виде тепла в окружающее пространство. КПД традиционных источников энергии крайне низкий. КПД теплоэлектростанций — до 43%. КПД двигателей внутреннего сгорания — до 40%. КПД атомной энергетики — до 35%. Солнечных батарей — до 22%. Даже самые эффективные гидроэлектростанции имеют КПД не выше 85%. Но большая часть этой энергии тратится на транспортировку до потребителя. Потому что поставить такую гидроэлектростанцию в каждый дом невозможно. А вот поставить БТГ возможно. Для бестопливного генератора требуется энергия только для запуска. А далее он работает автономно. И таким образом получается, что его КПД больше 100%. Следовательно, БТГ — это не вечный двигатель. Он все равно требует вложения энергии, но в гораздо меньшем объеме, чем энергия, которую он производит. Возникает очевидный вопрос. Каким тогда образом появляется энергия, если никакого топлива для этого не требуется? Из школьного курса мы знаем, что по закону сохранения энергии мы не можем получить полезной работы больше, чем потратили на нее энергии. Но этот закон работает только в закрытых системах, а БТГ — это открытая система, и он получает энергию из окружающего пространства. Ученые Российской академии наук экспериментально подтвердили, что, например, в процессе работы магнитных БТГ вокруг генератора пространство не нагревается, а наоборот, охлаждается.
Вокруг этой технологии есть множество мифов и подделок, которые дискредитируют само существование БТГ. Есть те, кто стремится заработать на продаже фейковых устройств. Настоящих изобретателей подвергают запугиванию и даже физическому уничтожению. Множество разработок было украдено или уничтожено. Почему это происходит? Энергия — это не только инструмент манипуляции, но и политического влияния. Это миллиардные прибыли энергетических корпораций, которые с внедрением БТГ в одночасье исчезнут. А значит, и исчезнет власть над нами, теми, кто покупает энергоресурсы и зависит от них. Однако, несмотря на все препятствия, на данный момент существует несколько работающих установок от официально признанных изобретателей. Давайте рассмотрим некоторые из разработок. Магнитный генератор. Его прародителем считается Джон Сёрл, который в своих установках использовал магниты, подготовленные специальным образом. На подобной технологии изобретателя Денниса Данцика американское предприятие с 2019 года поставляет своим клиентам энергию от установок мощностью до 25 кВт. С 2019 года это перестало быть фантастикой. БТГ вызывает смех как фантастика только у людей, кто далек от науки и кто не следит за новыми технологиями. Поэтому те, кто смеются над БТГ, сами вызывают улыбку. Продолжим. В Украине был разработан целый ряд бестопливных генераторов. Принцип работы этих генераторов был основан на базе зацикленной электромагнитной пушки силовой импульсной установки. Например, одна из установок при затратах в 3 кВт выдавала на обычном генераторе 25 кВт свободной энергии. КПД составляет 833%. Гравитационные генераторы. В одном из типов таких установок применяется пневмогидравлический принцип. Генератор работает на выталкивающей силе воды по закону Архимеда. Мощность таких установок зависит от их размера. Самый известный генератор этого типа называется Kinetic Power Plants. Он также известен как генератор Роша. Производством таких генераторов занимается немецкая фирма, которая имеет свои филиалы в Мексике, Сербии, Швейцарии и Колумбии. Согласно официальной экспертизе, компрессор генератора одной из установок потребляет 4,5 кВт, а сам генератор производит 11 кВт электроэнергии, то есть КПД составляет более 200%. Как это много? Это расход среднестатистического загородного дома — 6 кВт в час. Генераторы на радиоволнах. Их изобретатель — Максвелл Чикумбуцу из Зимбабве. Его называют африканским Теслой. Очень компактная африканская технология позволила не только создать генератор свободной энергии, но и модернизировать автомобиль, чтобы он двигался без топлива и подзарядки. В итоге даже был модернизирован вертолет. Недавно разработчик представил очень маленький блок питания на 500 Вт. Его мощность позволяет запитать широкоэкранный телевизор от свободной энергии. И есть еще десятки менее известных разработок в разных странах. В США, Малайзии, Грузии, Индии, Турции, Японии, Узбекистане, Мексике, Новой Зеландии и многих других странах существуют коллективы исследователей, разрабатывающие бестопливные генераторы. Как же так, спросите вы? Почему эти технологии удалось запустить? Почему же их изобретатели все еще живы? И генераторы не уничтожены? Да потому что они получают энергию бесплатно, а продают ее потребителям за деньги. Сами же установки стоят сумасшедших средств. Процент людей, получающих сейчас энергию от этих установок, ничтожен по сравнению со всем человечеством. Таким образом, сейчас уже реально действующие БТГ никак не помогают всем людям обрести энергетическую независимость. Так почему же не всем доступны эти поразительные технологии? Потому что мы живем в потребительском формате общества. Если внедрить БТГ во всем мире, не меняя формат общества, то это обернется большой бедой. Миллионы людей останутся без работы. Все, кто был задействован в энергетической промышленности, от директора до уборщицы. Это неминуемо приведет к краху экономической системы, росту безработицы, нищеты, преступности и к хаосу. Но когда мы поэтапно изменим потребительский формат на созидательный, то новая экономическая система позволит нам внедрить БТГ повсеместно.
закроются все электростанции, заводы, шахты, дамбы, нефтепроводы, наносящие вред экологии и представляющие угрозу для людей. Углеводороды мы будем использовать более эффективно, а не просто для сжигания. А люди, работающие в энергетическом секторе, так же, как и каждый человек на планете, будут обеспечены безусловным базовым доходом. Они смогут спокойно перейти в любую другую сферу деятельности, защищенные и обеспеченные обществом. Давайте посмотрим, каким будет мир в созидательном обществе после внедрения БТГ во все сферы жизни. У человечества появится источник свободной, стабильной, безопасной и экологичной энергии. Мы больше не будем за нее платить. Больше никаких счетов за электроэнергию и коммунальных платежей. В каждом доме будет свой компактный, автономный источник электричества и отопления. Это сделает нас независимыми от централизованной энергосистемы, что очень важно во время усиления климатических катаклизмов. Автомобили больше не нужно будет заправлять, и мы не будем ограничены в передвижении в любую точку мира. Бестопливные генераторы будут установлены не только в домах и на автомобилях, но и на вертолетах, самолетах, кораблях, космических станциях. Роботы и автоматические системы, выполняющие всю тяжелую работу, будут обеспечены бесперебойной энергией в необходимых масштабах. Наша планета освободится от опутавших ее проводов и трубопроводов. Свободная энергия — это одно из условий перехода цивилизации на новый эволюционный этап, уже на переходном периоде к созидательному обществу. Энергия будет доступной и бесплатной для каждого человека в любой точке мира. Хочешь, чтобы БТГ стоял в твоем доме и на автомобиле? Поддержи созидательное общество и расскажи о нем друзьям.